Всем привет, друзья, с вами Варчик. Супертестерам дали потестировать ап танчиков. Когда это выйдет на основу, я не знаю. В игре огромное количество слабых танков. И не только прокачиваемых. Обидно, что еще и наградные танчики, которые идут в награду за ГК, где ты там сидишь по полмесяца с утра до ночи, играешь какие-то бои с ожиданиями 5 лет между боями. Ты за это получаешь награду, а она неиграбельная. И вот этот танчик Т-23Е3, который я получил столько лет назад, что даже не помню, когда это было, я его практически сразу продал. Потому что он даже тогда был, ну, просто танк. Он как Е-25, только без маскировки, только без ДПМа, только без стабилизации, не такой точный. И башня у него вроде бы есть, прикольно, но в целом он никакой. И вроде бы даже он не прем был сразу, а потом сделали его, кажется, премом, но он все равно помойный. Представьте, если бы этот танк стоял все эти годы у меня в ангаре. Года 4 или лет 5 он стоит в ангаре и ничего не делает, просто стоит. Он есть в ангаре, он там находится, но играть на нем зачем? Он не всегда был премиумным, насколько я помню. Потом он стал премиумным, но это 7-й левел. Если легче взять уже Е25, повеселиться на 7-м левеле, покрутить тяжей, там, в кустах популькать. А на этом танке ты что будешь делать? Все то же самое, что на Е25, только все в разы похуже. Во всех аспектах. Единственное, что у него есть башня. Больше никаких плюсов над Е25 нет вообще. На Е25 легче будет тяжа закрутить, чем на этом корыте. И у картошки огромные проблемы с тем, что мало контента, особенно для старых игроков. И со временем становится настолько все хуже и скуднее, и его все меньше и меньше. А проблема в чем? В том, что ты получаешь эти танки в награду, а они неиграбельные. Вот Т-23Е3. Танк получен, я на нем играл? Почти нет, потому что он неиграбельный. ИС-5 получен, он играбельный? Нет, полный мусор. Чифтейн Т-95, полный мусор. КВ-4 Креславского настолько мусор, что я даже не захотел его получать. 121Б я получил? Получил. А зачем? Непонятно, на нем невозможно играть. М60 есть? Есть. В какой-то период на нем можно было поиграть, потом столько сильных СТ-шек на 10 левел напихали, что и М60 на их фоне тоже неизвестно зачем. Вот и получается, что целая пачка контента получена, но она бессмысленная. Ни на одном практически из этих танков все это время не было смысла играть вообще. Они неиграбельные сразу вышли, а ты тратил время и силы на то, чтобы их получить, а награда такая, что... Что это за награда такая? Ты должен гордиться наградой, она должна тебе напоминать, что ты в чем-то поучаствовал, что вот твоя награда, молодец какой, на, пользуйся, наслаждайся. У картошки все награды, такое ощущение, что ты их получил, а, лох, на, лошара, ты был в чем-то там участвовал месяц, продрочил времени, на тебе еще говна ведро. Вот такое ощущение после картошкиных ивентов на ГК и во всех мероприятиях, ты получаешь кусок какашки. Ощущения, конечно, очень приятные. Спасибо, картоха. И это длится уже много лет. И таких вот проблем мелких, которые нужно исправлять, их в игре очень много. Да, потихоньку они вот что-то там шевелятся. Но это так медленно, этого так мало. И это должно было быть сразу, еще в то время, когда танк выходил, он уже не должен был быть мусором. А его сейчас чуть-чуть апнут, дай бог, если он дотянет до уровня нынешних хороших танков. Итак, начнем, как обычно, задом наперед, с Т-26Е3. СТ-7 Прем США. Изменение разброса орудия при движении и поворотах с 0.2 на 0.14. Все, это весь ап, все, наслаждайтесь, теперь стабилизация, балдеж. У танка мелипиздрическая альфа, у танка обычное пробитие, как для 7 левела, он просто не сильно быстро ездит, и брони в нем тоже кот наплакал. Он во всем обычный, никакой. Ему апают стабилизацию. Ну, обзор 380 на 7 левеле, ну такое, пойдет в принципе. Точность 0.36 у него, сведение 2.2. ДПМ 2090. Урон 115. Ну это козюльками какими-то ты там плюешься. И бронепробитие 149, голдой 190 на 7 левеле. Ну в принципе-то нормально.
Но как часто захочется стрелять голдой? Да очень часто захочется стрелять голдой. В кого мы будем стрелять? ББшками 149. А если нас вниз списка закинет? Я даже не знаю. Альфа 115. 115 это жесть какая-то. Скорость поворота 40. Максималка 56. И удельная мощность 14. Ну такая подвижность, ну обычная. Но он во всем обычный. Ему чуть-чуть стабилизацию апнули. В то время как у Е25 ДПМ 2700. На 600 ДПМ больше. На 600. Сведение 1.5. На 0.7 лучше сведение. И точность 0.3. Не 0.36, а 0.3. Максималка 65. Удельная мощность 26. И альфа 135. Даже пробитие 150 на 194. Этот танк в разы хуже, чем Е25. Чуть-чуть бы ДПМчика, чуть-чуть альфы, вот как раз бы увеличением альфы ДПМ бы тоже нарастился, было бы неплохо. Где удельная мощность, где хоть что-нибудь, за что зацепиться, когда ты будешь играть на этом танке? Стабилизацию апнули? Ее можно было апнуть 5 лет назад на этом куске танка. Что это за ап? Ну это первая итерация, возможно. Потом подкрутят еще что-нибудь. Если не подкрутят, пошли они взад с таким апом. Потому что потеть на ГК, чтобы получить этот танк, и что? И он не нужен вообще. И с таким апом, и без него тем более. Следующий, ИС-5. Стабилизация. При движении и поворотах с 0.24 на 0.2. Разброс при вращении башни с 0.16 на 0.1. И УВ на минус 7 градусов. А было минус 5. Сразу скажу, я чуть-чуть поиграл на этом танке, потому что у меня нереально вообще с первого же боя сгорел от него. Это такой мусор. Я все время прикалывался, типа, мысленно. Да неужели танк такой говеный, как его все обсирают? И я просто его получил, потому что, ну, мне уже нечего было получать на ГК, кроме этого танка. Единственное, чего у меня не было. Я его получил, скатал пару боев. Это такое мусорище, просто жесть. Пушка просто торчит прямо, он высокий. Ромбовидный вот этот вот клювоносая жопа черт, такое говно. Ему стабилизацию апают и минус 7 УВН. Согласен со стабилизацией, потому что это тяж, ему всегда стабилизации будет мало. Согласен с УВН, это очень ему надо. Но знаете, в чем самая большая проблема ИС-5? Вот он по контуру, вот куда вы его видите, вот вы его, как бы вы его не видели, по контуру, вот просто в силуэт. Ты просто пальцем ткни в любое место. И ты пробьешь его насквозь вообще. Просто насквозь. Там в несколько слоев можешь сложить. Он настолько бумажный. Он вообще никакой. Это не тяж. Это ЛТшка жирная, всратая. Поэтому этого апа будет недостаточно 100%. Ну, будет чуть удобнее стрелять. Хорошо. Но на нем нужно будет набивать урон чисто по крысе. Вообще никогда в жизни не получать выстрелы врагов. Он просто бумажный. Тогда ему еще нужно скорости подкинуть, раз он такой дырявый, чтобы было удобнее ездить как танк поддержки. Потому что, ну это не тяж, вообще нет. Согласен с этими апами, но возможно, возможно, ему либо брони надо еще добавить, либо скорости. Следующий танчик Chieftain Т-95. Я какое-то время на нем даже немного поиграл, это было очень давно, потому что получил я его в то время, когда он еще был, опять же, не премиумный. Он был просто акционный, так же, как и Т-23Е3. Это было так давно, что я даже не помню. Это было много лет назад. У него крепкий лоб башни, здоровенный лючок на голове. Он хорошо танкует, очень классно танкует. Пока тебе в эту люстру, в этот горшок с цветуком, я не знаю, что там просто клумба целая на башке, пока в нее не долбанут, все нормально с броней. Я даже Ягу Е100 несколько раз танковал лбом башни. Но в лючок он просто с пыряка ногой бахнул, и эта корзина улетела нафиг. Просто вся броня ломается этим лючком, и он медленный, ему не хватает скорости, ему не хватает стабилизации и пробития 202, кажется. Ему не хватает пробития, скорости, стабилизации. Бог с ним, с этим лючком, пусть он будет. Когда танк станет быстрее, будет легче манцевать, чтобы в лючок реже попадали. Давайте посмотрим, что апнули этому танку. Разброс от движения с 0.18 на 0.14. От поворота ходовой с 0.18 на 0.14. От поворота башни с 0.14 на 0.1. Скорострельность 74 на 8.34.
Зарядка орудия у нас будет теперь не 7,96, а 7,19. Средний урон в минуту вырастет на 200 и будет 2003. Средний урон в минуту фугасными снарядами, похуй. И мощность двигателя с 750 на 850. Удельная мощность станет 17. И обзор с 380 на 400. В принципе, я согласен со всем апом, который тут происходит, потому что тут все то, что ему не хватает. Стабилизация, скорость, ну и поскольку у него такая большая люстра на башке, где обзор, 380 маловато, 400 в самый раз. Ну, раньше, конечно, и 380 хватало, а сейчас уже обзор там чуть ли не с первого левела 400, поэтому надо 400. Но где же ап пробитие? Пробитие 202. Им нечего пробивать. И там голдой, кажется, тоже пробитие плохое. У этого танка должно быть пробитие минимум 212, поскольку и альфа-то малюсень. 202 ни в какие ворота не лезет. Поэтому ап такой на четверочку. КВ-4 Креславского. Единственный танк из всех перечисленных, которого у меня нету, на котором я не играл. Я его очень редко, там всего пару раз в рандоме за все время встречал. И мне он показался бронированным. Как ни странно, последний раз, когда я его видел. Не помню, на чем я играл. А вот когда-то давно, не помню, на чем я его встречал, я его куда попало в силуэт пробивал. Сложно, короче, сказать, потому что их в рандоме нет, никто на них не играет. Танк получили, но их в рандоме нет вообще. Никто на этом не поедет в здравом уме в рандом. Только разве что поржать с самого себя. Поэтому его точно нужно апнуть, чтобы люди хотя бы на нем покатались. А вот насколько он слабый, я не знаю. Да у меня его в принципе и нет. Но давайте посмотрим. Разброс от движения с 0.21 на 0.14. Разброс от поворота ходовой с 0.21 на 0.14. Также ХП было 1500, будет 1700. На восьмом левеле 1700 это прям ультражир. Бронирование лба башни со 180 на 200. 180 это прям как-то очень не очень, поскольку там он весь квадратный такой плоский. 180 вообще фу. Также мобильность. Мощность двигателя с 1200 на 1350. Удельная мощность с 12.96 на 14.58. Максимальная скорость с 30 на 40. В принципе и мобильнее, и стабилизированнее, и ХП на 200 больше, лоб башни залатали. Вообще у советских танков подобных по типу КВ-4, Креславского, обычного... У них у всех проблема, мало брони во лбу, много брони в борту. Не у всех в рандоме хватает мозга танковать бортом, не показывать лицо, но лицо настолько ватное, что любой пальцем протыкает, и это не очень. Видимо, вот добавили 20 брони во лбу башни, пойдет. Вроде бы, наверное, неплохой ап, просто я не знаю, насколько он сильный или слабый сейчас. И остается у нас две десятки. М60, ему просто апнули броню во лбу башни. Как и насколько, вообще непонятно. Просто апнули броню во лбу башни. Танк как старый леопард. Но новый леопард лучше. У него и альфа больше, и все остальное. Поэтому М60 проигрывает. И то, что ему броню во лбу башни дают, это, конечно же, круто. Он будет не такой, как леопард, раз у него меньше альфа. Он будет хотя бы башни что-то отбивать, наверное. Но у него же там целый R2-D2 на голове. Как он будет танковать башни, если все будут стрелять в лючок? Непонятно. Ну и 121Б, китайский СТ-10 акционный. Последний танк, который я взял за ГК, и он вообще не играбельный. Абсолютно. Он еле-еле едет, он ни черта не танкует, ДПМа нет, пушка корявенькая. Он, короче, никакой во всем. Он такое ощущение, что из старой картошки какой-то там доисторической 10-летней давности, где все танки обычные и никакие. И имбовых танчиков там нет. Вот он из той эпохи. Поэтому он вообще никакой. Посмотрим, что ему апнули. Перезарядка орудия с 8.7 на 8.1. Урон в минуту с 2689 на 2909. Максимальная скорость с 50 вперед на 55. С 20 назад на 25. Усиление брони башни и ВЛД. Это неплохой ап. Как раз то, что ему не хватало. ДПМчиков, скорости. 55 это тоже не так уж много. И броня. Поскольку он весь такой медленноватый, то как бы он должен танковать, а он не танкует. В принципе, то, что ему и не хватает. Вот такой вот ап. Где-то я согласен, где-то нет. Некоторые из этих танков можно получить на ГК, за ивенты всякие. Некоторые можно купить за боны. И таких еще
Работ с танками нужно провести огромное количество. И не только с танками, но и с картами. Для того, чтобы игра не была таким мусором. И было больше разнообразия контента. Жаль, что все происходит так медленно. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Подписывайтесь, ставьте лайки, играйте красиво. Всем пока.